Не выполняете решение суда, тогда они идут к вам. Нижегородским судебным приставам в очередной раз пришлось применять силу и вызывать на помощь полицейских. Все это потребовалось при сносе торгового павильона на проспекте Гагарина. Земельный участок, где и был расположен павильон, принадлежит Министерству государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области. Участок был предоставлен по договору аренды для эксплуатации временного павильона. Владельцы же торговой точки возвели двухэтажное капитальное строение, что было запрещено. Поэтому по решению суда женщинам надлежало освободить землю в течение месяца. Одна из владелец беспрекословно выполнила решение суда, а вот вторая долгое время противилась букве закона и продолжала вести предпринимательскую деятельность. Крёвский районный отдел судебных приставов города Нижнего Новгорода поступил исполнительный лист об обязании должника освободить территорию путем сноса павильона. Должнику неоднократно выставлялось требование о сносе данного павильона. Она игнорировала, неоднократно она привлекалась к административной ответственности. Сегодня судебными приставами Приокского районного отдела производится снос данного павильона. Предварительно с помощью специализированных организаций павильон был отключен от водоснабжения, электричества и газа. Однако должница препятствовала действиям служителей Фемиды, в результате чего она была привлечена к административной ответственности еще раз. Теперь женщине также предстоит оплатить расходы на снос торгового павильона. Стоит отметить, что на месте снесенного строения районные власти планируют возвести фонтан и благоустроить территорию.